вперед. Встретимся внизу, окей? Вас понял. Выдвигаемся. Господи! Подавляй вперед!
нажал невидимый режим. Следующую зону. Псих? Да. Понял. Проверьте область, где вы видели его в последний раз. Огонь по его позиции!
Окружайте его! Черт! Я скоро умру! Мне срочно нужна помощь! Почти на месте. Псих, я прошел. Да, я понял. Этим человеком пахнет.
ее! Как только мы войдем, то встретимся с моими людьми. У тебя есть люди. Ты же знаешь меня. Я всегда играл в команде. Я никуда не пойду, пока не услышу ответы на некоторые вопросы. Да, я помню. Большинство из них должники. Сэл владеет энергией целиком и полностью. Оплатить счета невозможно, только отработать. Тебе это никогда не удастся, в том-то и прелесть. Ты застреваешь в этой схеме отработки долгов навсегда. Другого выбора нет. Нет, один есть. Сражаться. Смотри, я покажу тебе, чем занимались Сэл, пока ты спал. Может, тогда ты поймешь. У него есть энергетическая аура. Почему это? Это Сэл. Они распределяют энергию инопланетных технологий. Питают всю мировую сеть от одной цевской машины под куполом. Это не может быть так просто. Так и есть. Уничтожишь энергию, уничтожишь Сэл. Проще некуда. Нет. Альфа-Цев показал мне видение. Мы это уже проходили. Тут должна быть какая-то связь. Пророк, пришельцам конец. Ты сам их порешил. Остались только бродячие беспризорники. Нет, есть нечто большее. Только бы найти подсказку. Где-то здесь ключ к разгадке. Слушай, пока ты там охотишься на инопланетян, которых нет, Сэл тут активно захватывает мир. Ты нужен нам здесь и сейчас, босс. Нам нужна твоя помощь, чтобы остановить Сэл. Здесь совершается не просто революция. Я видел это. Сэл играет с вещами, которых и близко не понимает. Что бы они ни делали, это приведет к концу света. Мы должны их остановить. Верно, мать твою. А теперь идем.